Я не знаю, слышите вы или не слышите, очень сильный ветер. Погода солнечная, но прохладная. Хотим передать привет Мише Ласточкину, но он, к сожалению, не смог приехать, потому что зараза, и, в общем, нашла его, но он уже поправляется, все замечательно. Миша, тебе привет. Вообще, очень жаль, что тебя нет, потому что реально вот не с кем поругаться, вот не поверишь, да? Ты же помнишь, как я тебе говорил всегда, что видео это искусство, а твои фотографии это полный отстой. Ну, теперь вот некому это говорить, разве что Бушковскому. Да, я тебе говорю, что твои фотки отстой. Если только сюда, да, но я только не так реагирую, как ты. И некому вечером даже сказать, что день был дерьмо, и вообще никто ничего не снял. Да, поэтому, конечно, жалко, что ты не приехал с одной стороны, а с другой стороны, да и ладно, не приехал, и хорошо, да? Ну, ты там зато в тепле, здесь ты не представляешь, здесь в Астрахани дубак, я думал, такого здесь не бывает вообще никогда. Вообще, слушай, колотун жуткий, ну, как бы, в принципе-то оно, наверное, не холодно, но так вот стоишь, очень продувает, на самом деле, вот мы все одели. Я сейчас у него еще кепочку возьму, потому что мне холодно, и будет совсем хорошо. Самое главное, оба приехали с летними вещами, у каждого в номере шорты, майки лежат, и все это лежит. Я вон даже не в кроксах. А вот. Обычно всегда в пустыню в кроксах выезжал. Ну, она, короче, ты уже задолбал, мы пошли, все. Да, все, пока. Yeah.
Ну вот ветер немножко стих, даже так облаков стало меньше, разогнало, вроде даже теплее стало. Сейчас попробую взлететь. Надеюсь, количество взлетов на сегодня будет равняться количеству посадок. Вернее, количество посадок будет равняться количеству взлетов.
Ну что, друзья, все хорошее когда-нибудь заканчивается, чтобы начаться снова. Еще вчера на этой набережной, вот прямо здесь, стояли технички, спортивные машины, был настоящий ралли-рейдовый бивак. А сегодня здесь практически никого нет, все разъехались. А итоговый ролик вы посмотрите, ну, наверное, через недельку или дней 10. А сейчас всем спасибо и до новых гонок!